Осью нашего тела является позвоночник. Еще его называют позвоночным столбом. Главный элемент – позвонок. Их у человека от 32 до 34. Позвоночник делится на отделы, которые имеют определенное количество позвонков. Так, в шейном – 7, в грудном – 12, 5 в поясничном отделе, 4 в крестцовом и в копчиковом – 4-5 позвонков. Грудные и поясничные позвонки имеют отростки – 2 поперечных и 1 остистый. При помощи мышечно-связочного аппарата к позвонкам прикрепляются ключица, лопатки, плечевая кость, кости предплечья, кисти и фаланги пальцев. Поясничные позвонки принимают на себя всю тяжесть тела и являются главной опорой всего позвоночного столба. Форма позвоночника напоминает латинскую букву «S», так как имеет естественные физиологические изгибы. Их всего 4. Образовываться они начинают с момента рождения ребенка. К 3-4 месяцам жизни, когда он начинает самостоятельно держать голову, формируется шейный лордоз. К полугоду, когда малыш начинает уверенно сидеть, формируется следующий изгиб – грудной кифоз. Когда малыш начинает вставать на ножки и учится ходить, а это примерно 10-11 месяцев, формируется поясничный лордоз. К 7-летнему возрасту окончательно формируются все физиологические изгибы позвоночника.